Так, в сегодняшнем видео я вам покажу, как можно починить термостатический смеситель, если вдруг температура на выходе не та, которая нужна. Ну, она бывает иногда холоднее. В общем, смотрите, стоит у меня температура чуть больше 38 градусов. Открываю воду. В общем, вот такую температуру 32,9 показывает термостат. Так, а у нас тут температура больше, чем 38 градусов должна быть. В этом случае делаю вот так. Так как со временем у нас он немножко от того, что мы им не пользуемся, начинает застывать, мы аккуратненько его прокручиваем до 20 градусов. Вот таким вот образом он на стук идет, потому что время от времени все равно нужно пользоваться температурным регулятором, чтобы он не застывал в одном месте. В общем, опустили его до самого минимума. Открываем воду. Так. Получается, вот такая температура идет у нас вот на самый минимум. Это температура холодной воды, без горячей. Горячая у нас идет с этой стороны. И теперь возвращаем регулятор на место. Он теперь у нас уже вращается посвободнее, чем первоначально. Возвращаем его на температуру 38 градусов. Все, ровно 38. Включаем. Вот, как мы видим, уже 37 градусов на отметке 38, а было 32 градуса на отметке больше 38. Сейчас, если мы сделаем еще раз такое же движение, как делали первоначально, догоним его до самого нуля, откроем, поиграем. И опять сделаем на 38. Все, включаем воду. Вот. В общем, вот таким вот образом я починил термостат. Теперь он мне дает нужную мне температуру 38 градусов. Как-нибудь в следующем видео я вам покажу, как разбирается вот этот термостат. Снимается вот это вот регулирующая головка, как она чистится для того, чтобы она вращалась уже легко. Так как она редко используется, поэтому она вращается туго. Но в следующем видео я вам покажу, как она снимается, как она чистится и как она потом работает после полного исправления и ремонта. Все. Лайк и подписка. Вот и все. Всем спасибо. Всем пока.